Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас с мамой снова заказ ивановского трикотажа, только с интернет-магазина «Вселенная текстиля». Да, заказали там с мамой опять кучу всего. Все как обычно, у нас аж целых две коробки большие. Так что сейчас будем распаковывать, все мерить, все рассказывать и показывать. Моё, тряпочка. Это моя тканёшечка. Что это такое? А это я заказала. Это я буду делать валик для коклюшек. Для коклюшек? Да. У нас там занятие коклюшками. И вот такое называется двухнитка. Такая очень толстая, как парусина. Это вот. Ткань на отрез, да, у тебя была? Ну да, это отрез. Это вот я буду. Сколько тут? Полтора-два или два метра? Два метра. Два метра, да? Вот буду делать себе валик, чтобы коклюшками учиться. Да. То есть для рукоделия? Для рукоделия, для своего такого. Я просто не видела в магазинах, а тут... Вкусно пахнет. Так, следующее. Это коврики. Да, такой коврик красивый. Да, это нам нужно. Это нам очень нужно. Опа! Опа! Смотрите, какая красота. Да, ну положи на пол. Вот. Очень вот хороший. Такой вот предверный такой грязь. Ковричек. Как раз нам самое оно, особенно летом. Да, вот и смотри, как необычно. Вот эта штучка, она такая вот. Это резина, а это сверху такая, да. Да, как вот, знаешь, бывают какие-то прокладки такие диверные, такие очень плотные. Так, теперь что еще? Тоже коврик. Да, нам надо коврик. У нас же за зиму-то как у нас, да? Да, он не стирается у нас, потому что у нас вход получается сразу в дом, поэтому... Да, поэтому нам нужно коврик на коврике. Да, вот, вход, маленький. Где веранда наша, ну, грубо говоря, веранда. Потому что у нас там прямо с беседки на крылечко и в дом. Да. Вот. А там рядом песочница еще. Да. Поэтому очень хорошенький такой вот. Плотный очень. Вот с этой стороны он какой прорезиненный. Здесь прорезиненный и не будет вот так вот скользить. У нас же там этот кафель. Кафель, да. Вот, видишь, хорошенький. Как раз под цвет этого самого кафеля. Пола. Да. Да. Здесь постельное белье. Это постельное белье я заказала. Ну, в общем, у нас много спальных мест. Вот. А постельного белья и постельных принадлежностей у нас нет. Мы тут с мамой все перебирали. Смотри, как красиво, да. Упаковано. Мы его расстелим, да, чуть-чуть попозже я вам покажу, как оно выглядит. Да, очень. Я заказала два одинаковых. Перкаль. Один... А что такое перкаль? Это перкаль такая ткань. Ткань. Вот. Один полуторку, по-моему, я заказала, а второй двух спальня. Ну, один я вскрою, вам покажу, как выглядит внутри. И что это за ткань такая, перкаль. Это которая холодит. А у нас как раз летом к нам много гостей приезжают все время. Да. И как раз нам вот два комплектика. Ну, комплекты откладывают. Да, ненадолго, а бывает, знаешь, на ночь, на одну ночь, на две, так что... Да. Так, следующее. Это тебе кардиган. Забыл. Ага, это такой вот он синенький. Так, следующее. Тоже что-то чумненькое, посмотрим. Брючки. Это не себя брюки, да. Да, ты что? Да. Я думаю, ну такие большие. Хорошо. Так, дальше. Беленькая. Это тоже мне, да? Вот. А это рубашечка. Да, это такая блузка. Сейчас мы покажем. Все, в общем, мама померит, все покажем, расскажем. Да, а-ля пола. А-ля пола, да. Следующее. Голубенькая. Это у меня же мама говорила тут, кто меня смотрит, тот знает, что мама тут недавно у меня расстраивалась, что у нее одежды нет совсем, да, что все это великое. Вот такая вот маечка. Даже, ну как, подо что-то. Это не нижнее белье, а такое. Нет, вот. Это, ну, такая. На выход. Ну, типа, да, парадно-выходной, как парад. Мы с тобой это называем. Да.
А это мое. Это твоя, полосатая. Ой, слушай, а какое качество-то хорошее. Да? Смотри-ка. Ой, какая хорошенькая. А на меня не было такого размера? Нет, не было. Жаль. Это такая туника. Слушайте, 44-й размер. Слушай, она вискоза. Вискоза, да? Смотри, прямо. Шелк-шелк. Так, и еще что-то. Вот. Это костюм. Костюмчик серенький. Посмотрим. Так, это курточка. Укороченная. Она так и должна быть укорочена. Да? Да. Кому? Мне. Тебе влезешь? Я думала, мы бабушку. Нет, это мне. А, вот она. И штаны к ним. И штаны укороченные? Да. Ну, в общем, сейчас мы все померим и покажем вам. Вот туника. У меня 44 размер. Ну, это под шорты. Я сейчас шорты в домашних шортах. Сюда, мне кажется, или белые, или какие-нибудь... Ну, можно даже и синие, наверное, шортики. А типа бело каких-то вот таким облегающих. Ну да, или что-то типа того. Короче. И какие-нибудь кеды. И, мне кажется, очень даже... Очень а качество? Да. Шикарное. Кстати, качество вот на жару. Девочки, кто едет на море? Да, вот, вот что пораньше бы пришла бы. Так бы в Турцию бы уехала бы в ней. Ну, мы же тоже Турцию не планировали. Так, а мне кажется, с кедами вообще было бы. А вообще, вот даже вот такая штука хорошо, знаешь, мне кажется, на пляж вот одел. Ну да, там, купальник пошел. Да, и добежал до номера. Вот так вот. Очень хорошо. Красивая. И вот так вот выглядит костюм. Мама говорит, я растолстела да, в Турции. Да. Надо было до Турции тебе его одевать. Вот тут, вот тут, да, вот это. Нет, так хорошо, так попка сразу же, да, вот. Ножки, это хорошо, сзади хорошо, а спереди тоже хорошо. Тоже хорошо. Кому что нравится? Ну да. Нет, правда, вот штаны очень хорошо. Ну тоже с какими-то кроссовками там. Посмотри, у тебя пятки белые. Пятки не загорели. Ну да, что-то у меня животик появился немножко. Ну да, правильно. Так что вот так. Нет, а так цвет. А так да. Прикольный костюмчик. Там есть, кстати, такой же желтый, по-моему, голубенький. Нет, серый хорошо. Серенький вот самый. Серый. Так а что, им спортом заниматься? На спорт или так? Вообще так, понял. Ну, вот. Не, ну вот у нас сейчас в июне комарики будут хорошо в ней. Они прям... У нас тут столько комаров. Ух. Вот мне девочки, между прочим, говорят, чтобы я больше не худела. Не-не-не-не-не. Попка можно не худеть. Попы, а вот живот, да, вот это. Вот это, да, вот это вот так. И куда-то так вот. А так по качеству, ну это такой тоненький хлопок. То есть он без начеса, без всего. Такой просто. Вот это весь надо отгладить просто. Ну это потом надо отгладить молнию, да. Переворачиваешь, выглядит как будто там начес, а так нет. А так начес. нет начеса, он очень такой тоненький. И это у меня 42 размер. Идет размер в размер, это точно. Мама сейчас скажет, правда, что маловато. Да. Нет, а если он сядет? Да не сядет. О, повод еще раз похудеть. Хорошо. Вот так вот, девочка, вы говорите, что мне худеть не надо. И вот у мамы. Вот это вот... Как это? Футболка поло, но она, видите, немножко просвечивает. То есть, в принципе, мама говорит, под маечку надо, да? Нет. Нет? Зачем под маечку? Так пойдет? Так пойдет. Хорошо. Только нижнее белье другое надо. Да. Ну, мы сейчас дома, как говорится, в домашнем, да? Вот так вот она выглядит. Но все нужно отгладить. Конечно, немножко по плечам маме великовато, но зато в груди нормально. Вот видите, у нас... Мама как раз-таки в этом и проблема заключается, что если на плечах она сядет нормально, то в груди будет натяжка, это будет очень сильно заметно. Или вообще не сойдется. Или да? Вообще, да, да, будет прям не сойдется. Да. Ну, такая просто беленькая, обычная, как типа футболки пола получается. Такого. Ну, она такая нарядная. Белый цвет же, он же вообще сам по себе. Ну, мне кажется, не нарядная, мне кажется, она каждый день. Каждый день? Ну, как бы, да. И в пир, и в мир. Ну, типа, да. И вот брюки на маме. Да. Брюки, правда, не знаю, как показать, но они такие тонкие. Их надо, правда, отгладить. Видите, они мятые и вот с такой не... полоской да. Получается. Ну, мятые. И маме нужно подогнуть. Мам, у тебя какой рост?
В молодости 160... было 1,65 м, а сейчас сколько-то? Ну, 1,64 м, наверное, да? Нет, 63 или 62. В этот раз маме все заказали 58 размера. То есть получается, что размер в размер идет блузка. По идее, да. Да, потому что 58 размер, и как бы нормально маме села. Ну, по плечам вот. Великовато, по конечно. Плечам великовато, да, немножко. Вот. А здесь, но здесь не в обтяжку. То есть она свободная, видишь? Ну, да. Вот. Ну, по спине хорошо сидит. И брюки тоже 58 размера. Они тебе как, нормально немножко? Ну, брюки идут на резинке. Да? Да, на широкой. На широкой резинке идут. Вот. Ну, тут черный не видно. Жалко. Ну ладно. Вот. Так что, в принципе, брюки тоже повернись попой. Вот. Брюки хорошо сидят, по мне. Так они такие просто свободные, прямые получаются. Да. Без кармашков, без всего. Без кармашек, без всего, но тоненькие. То есть они, в принципе, на такой... летом хорошо. Летом хорошо ходить будет, хорошо. Да. Вот. Ну и следующий наряд сейчас покажем. И следующий мамин наряд. Это вот эта вот маечка. Так, покажи. Да, она вот такая вот. Вот такая маечка. Длинненькая. Длинненькая. Да, тоже 58 размера, но села хорошо. Хорошо. Вот, и вот эти проемы, они обычно у мамы, если большевато, то тут все торчит. Да, но тут нормально все. Прямо аж до талии. Да, тут все хорошо. Вот, и вот такой вот. И вот такой кардиган. Но кардиган этот, это не шерстяной, это... Получается, что? Очень плотный трикотаж. Да, очень плотный трикотаж такой. Кажется, не наверное, с синтетикой немножко есть там, да? Есть, я думаю. Но он длинный вот такой вот. Ну, конечно, с брюками не с этими. У меня такие светлые. Почему есть? Не с этими? И с этими можно. У меня такие и со светлыми брюками. Это темно-синий кардиган, брюки черные. Темно-темно-темно-синий прям. Да. Вот. Без Мне кажется, брюки. Вот так вот вообще его огонь. Нет, прям. Я бы делала бы светлые брюки. Клеточку. Мне кажется, и так хорошо. Ну, ладно, разберемся. Без пуговиц, да. Без всего. Просто вот я сперва думала, что оно маловато, оказывается, нет. Просто вот здесь вот такая вот линия, как бы. Ну, типа вытечки, вытечки. Да. Вот. Так. И такие завязочки. Вот. Вот они вот так вот завязываются. Я сперва думала. Туда? Нет, это вот так. Вот так вот это все делается. И с маминой новой сумочкой, кто смотрел да. влог с покупками с Ламоды. Да. Просто да. огонь. Все, мам, тебя замуж будем выдавать. Да. Да? Как только так сразу. Главное да. найти. Вот. Рукава длинноват, конечно. Вот на мой рост, оно... Длина хорошо? Длина хорошо. А мне кажется, так и должны быть такие рукава. Да? Сколько не длинные, да. Ну, не знаю. Ну, если тебе не нравится, ты же можешь их подвернуть и все. Нет, так оставь, не хочу. Да. Я так штуки. Вот, так что вот так вот. Но это хорошо, знаешь, носить, например, там, как бы солнышко, вроде как бы тепло, но ветерок. Ну, вечером, ну... например. Да. Да. Да, горы, да. Мне кажется, в маме вообще идет голубой цвет. Угу. Голубой, сиреневый мне раньше. Да что такая? Ну, поверни спину еще. Вот так вот. И вот так вот сидит на спине. Мне кажется, очень хорошо по плечам маме хорошо села. Вот по плечам, да. Вот в этот раз, да. Тоже кардиган 58 размера вот этот вот. И длина. А длина она где-то... Сейчас, подожди, посмотрим. Ну, вот за коленкой вот так. Вот тут у меня коленка кончается. Как бы так, да, по-моему? Но мама пониже меня ростом, то есть она где-то 1,63 м, наверное, 1,64 м, да. вот так вот. Не, не 64. Ну, 1,63 м, наверное, да. Ну вот, почти готова к лету. Да. И сейчас покажем постельное белье, распакуем. И вот мы расстелили. Я расстелила это полуторка, полутораспальная у меня комплект. Давай. Посмотрите, какая красота. Девочки, вообще. Я, кстати, обожаю вот такую расцветку. Просто супер. И ткань эта получается, она тоненькая. И при этом она реально холодит. Но вообще я читала описание этой ткани, что она очень сильно мнется при стирке. То есть она как-то мнется, потом как-то разглаживается. И при этом она очень хорошо холодит. То есть она именно такой летний вариант ткани. Ну, посмотрите, какая расцветка крутая. Ну, вот раньше был, это называлось штапельное полотно. Штапель такой вот раньше был.
Это мама любила, это бабушка ваша все любила себе платья на лето шить. Они такие, они холодящиеся, вот. Их постираешь, они все сядут вот такой вот, а потом чуть поносишь день, и они растягиваются. Прямо мы когда на юге жили, тогда она все себе штапельная. Вот у нее были крепдыши натуральные и и платье штапельного полотна вот были такие вот. Они такие шелковистые, вот как это. Ну да, но видите, ну, такое, даже видно на камеру, что оно такое немножко как блестящее, да, и оно, если к телу, вот приложи к себе, если к телу приложи, оно очень приятное. Ну, на самом деле, то есть вот можно даже если, вот как на юге, там же жара невыносимо, вот под одеяльником накрылся одним, как одеяло. Ну да. То есть не одеялом, а под одеяльником, оно на самом деле очень приятное, девочки. Да, но оно тоненькое, оно тоньше поплина идет. Да, намного. Намного, она тоненькая такая вот. Но это не бязь, то есть это, видите, нету у бязи, у него обычно видно вот эти прям полосы такие, ну как... Ниточка. Нитка видна, да, а здесь нет. Но я когда читала про эту ткань, прежде чем заказать, говорят, что она прочнее, чем поплин. То есть вот эта нитка более плотная стка... Да. Как это? Сткана, да? Ну, более плотнее, наверное, это самое, когда ткали его. Да, то есть она ближе как бы друг к другу, чем поплин, нитка идет. Но при этом полотно тоньше. Ну, в общем, то есть как-то видно то, что нитки тонкие. Наверное. И видно еще качество хлопка тут играет роль. Это тоже же большое дело. Ну, и второй комплект у меня точно такой же. Так, в общем, я, да, заказала два одинаковых, только это у меня уже двушка двухспальная. Постельное белье, качество вообще хорошее. И строчки тоже все обработано, я не знаю, очень хорошее качество, а вот это вообще, оно, видите, даже видно, немножко блестит такое, то есть оно вообще классное. На лето как раз вот нам, у нас в основном летом все тусуются, ну или если зимой, то у нас жара. У нас тепло, да. Беленькая есть маечка. Да. Вот. И вот цены. Значит, вот это двунитка, это то, что мама себе ткань. 2 метра по 75 рублей. А так они в магазинах сколько стоят? А их вообще нету. Я их вообще не мама не нашла, да, в магазинах. Нет. Вот это костюмчик мой, который 1162 рубля. Кардиган 900 рублей, брюки мамины черные 568. Ну, в общем, вот цены. Туника, это которая моя полоска 568. Блузка, получается, у меня это мамина, которая белая 712. Маечка голубая 350. Коврик 139 и 350. И постельное белье, вот цены. То есть вот у меня полуторка и двухспальная. Два одинаковых. Ну, два одинаковых, знаете, нам, чтобы застелил, как бы уже, я знаю, что это у меня для этих, для гостей. Вот, что я постирала и обратно все сложила. Постирала, обратно сложила. Но она очень приятная, прям вообще холодящая, такое классное нам понравилось. Вот такой у нас был с мамой заказ. Нам очень нравится ивановский трикотаж. И, ну, кому-то нравится, кому-то нет. Но качество действительно очень хорошее. Меня очень радует, что наше российское производство делает такого хорошего качества. Вот даже строчки все ровненькие. По поводу усадки. Вот постельное белье, оно не садится. То есть вот оно как было, оно так и остается. Не выцветает. Но, естественно, там может быть лет через... Там 2-3 года, может быть, больше, оно как бы станет не такое яркое, как в самом начале, когда вы покупаете. Но это происходит со всеми вещами, все вещи изнашиваются. И поэтому, ну, не знаю, нам очень нравится. Тем более, все это достаточно недорогое. И также эти вещи мы приобретаем в основном для дома. И, ну, мне кажется, классно. Дома, в огороде ходить на участки, тоже достаточно все симпатичное, на мой взгляд. Вот, так что все ссылки на все товары, которые мы сегодня с мамой заказали, я оставлю вам внизу в инфобоксе, переходите, смотрите. Так что Вселенная Текстиля нам тоже очень сильно порадовала, нам очень понравилось все. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться, всех люблю, целую и до новых встреч!